Мичиган в атаке, извиняюсь. Юрков Даниил не смог реализовать трехочковый, но за ним подобрали. Даниил стоит на линии штатных бросков. Первый забивает. А второй тоже забивает Юрков. Олег. В атаке Мичиган. Юрков. Флоутер бросает и забивает. Замену производят обе команды. И Александров забивает штрафной бросок. Первый штрафной бросок. Мажет. А нет, забивает все-таки. И второй реализует. 11. И забивает 26 номер. Мирон. 2 очка. Юрков. 2 очка. Юрков. Забивает первый. Попадает. С-под кольца. И забивает 2 очка Марк. 15-9 у нас уже счет. Стоит на линии штрафных бросков. Недоволен был решением судьи. Жужнев Олег. Сазанов. Забивает первый. И забивает второй. Жужнев в атаке. Подбирает за ним брат Станислав. Сейчас Сазанова. И 2 очка реализует Марк. Быстрая атака. И Марк не попадает. Надо разгонять Мичигану. Александров. Будет ли 3 с дальней? Бэнь! Забивает 3. Тут с дальней Григорий. Будет ли? Бэнь! Забивает 3. Марк. Станислав, будет ли ты? Бэйн, забивает 3. Чиган, Александров, что будет делать? Идет проход. Проход хороший какой от Александрова. Реализует, два из-под кольца. Александров. Кидает флоутер и забивает Александров. Кулаков. Забивает первый. И второй тоже реализует. Мажет Юрков со средней. Тут быстрая атака, надо забивать. И забивает Мирон. Юрков. Юрков забивает 2. Тут очень сильно мимо. 15 очков разница. Григорий Евростеп потрясающе сейчас нам показал. И тут Марка одного оставили. Марка забивает 2. Дальше на Юркова. Юрков пытается продавить. Юрков и флоутер бросает. Забивает 2 очка Юрков. Но... Марк красиво сделал и забил 2 очка. Красиво проходит. Не попадает Юрков. Красиво забивает в проходе 2 очка.
надо разгоняться Давыдовым. И хорошая передача, но не попадает, но тут на Юрков. Юрков на подборе и забивает 2 очка. И забивает Жужнев. Сорок девять сейчас должно быть. Юрков с оттяжкой как забивает. С дальней машет. Александров на Григория. Тайм-аут просит. Не понимаю, зачем. Юрков. Будет ли три? Забивает Юрков. Передачу, и Марк реализует 2. Юрков. Останавливается Юрка. На Ерохина. Жужнев с дальней. Будет ли? Бэйн! Забивает 3 Жужнев. Юрков. Хорошую передачу находит Юрков. И Григорий реализует 2. Давыдов. Давыдов. Становит атаку. Ждет Юркова. Юрков с дальней. Бин. Забивает 3. Марк. Первый не забивает. Мажет. Чуть более минуты у нас остается до конца третьей четверти. Марк проходит. 2 забивает. Юрков в исполнении Хардена забивает 3. Браво, Юрков. Как же красиво он играет. И 2 забивает Жужнев Олег. Дальше на Марка. Марк с дальней 3. Бэйн. Забивает 3 Марк. 10 секунд у нас остается. Александров сразу с дальней забивает 3. Удваивает свое преимущество. Ой, как промазал Марк, обидно. Сазанов на Александрова, Александров 2 очка. Не попадает Ерохин. Но на подхвате Авраменко и забивает 2. Александров забивает 2 очка. 78-41, ребят. Находит Авраменко. И Александров в атаке с фолом забивает. Забивает штрафной бросок Александров. Не, он отдал передачу обратно, но можно было бросить. Не знаю, ему было виднее. Тут Сергей забивает 2 очка. Ватузов. Александров с дальней. Будет ли 3? Бэйн! Забивает 3. Чем идет в атаку Сазанов на Кулакова. Кулаков 2 очка. 8 минут у нас уже прошло. 88-43. Ерохин в атаке. Находит скидку на Мирона. Потрясающая скидка сейчас.